Всем привет, это Мама Потешка, и сегодня на обзоре объемной аппликации к празднику 23 февраля «Самолет». Вот такую забавную вертушку вы можете сделать сами. Шаблоны для этой аппликации есть на сайте «Мой Знайка», ссылку вам оставила в описании. Предварительно распечатываем, вырезаем и собираем аппликацию по образцу на видео. Приятного просмотра! А чтобы наша вертушка двигалась, мы берем кусочек картона, зубочистку или канцелярский гвоздик, протыкаем нашу вертушку и вставляем ее в картон. Все, теперь дуем в трубочку и получаем движущуюся вертушку. Наша забавная, интерактивная, движущаяся аппликация к 23 февраля готова. А еще больше видео есть на моем канале. Подписывайся, ставь лайк. Пока-пока.